Убийство пожилой орловчанки на Первой Курской раскрыто по горячим следам. В уголовном деле, которое СК возбудил по 105 статье, уже появился фигурант. Сегодня суд назначил ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Как выяснили следователи, у сожительницы подозреваемого и потерпевшей был затяжной конфликт. В него-то и вмешался мужчина столь радикально. 15 марта 2022 года он в состоянии алкогольного опьянения находился в квартире у потерпевшей. В ходе возникшей ссоры он нанес женщине удары руками по лицу, после чего задушил ее. В настоящее время подозреваемый задержан. В ходе допроса он пояснил следователю обстоятельства совершенного преступления, показал на месте механизм его совершения.